Молодежный лагерь в Мирном с 2013 года открывает свои двери для активных ребят Северского района. Уникальная возможность провести несколько дней на природе в компании сверстников, поучаствовать в соревнованиях, спортивных играх, полезных мероприятиях и встречах с интересными людьми делает этот летний отдых по-настоящему незабываемым. 25 августа к ребятам в гости приехали исполняющие обязанности главы муниципалитета Дмитрий Малов, его заместители и главы поселений. Для участников лагеря приготовили приятные подарки. Но пройти в мирное царство оказалось не так просто. Парни в образе русских богатырей давали гостям разные задания. Испытания прошли успешно. Открыли встречи участники лагеря патриотическим флешмобом. Патриотизм – одна из главных тем нынешней смены под названием «Кузница героев». Как классно, что у нас есть такие лагеря, как классно, что у нас есть такие ребята, как вы, кто приезжает, у кого остаются эти воспоминания на всю жизнь. Я вам всем желаю, чтобы та дружба, которая здесь появится, те знакомства, которые вы здесь приобрели, всегда вас поддерживали и помогали всю вашу следующую жизнь, куда бы вы ни пошли, чем бы вы ни занимались. В торжественной обстановке открыли новый административный корпус. Здесь разместится продуктовый склад, медицинский кабинет с изолятором, административная комната, кухня, столовая и спальня для сотрудников. Два быстровозводимых здания построены на средства местного бюджета. Традиционно ребята и гости пообщались в местном Колизее. Участники смены рассказали о своей добровольческой деятельности, поделились положительными изменениями в своих поселениях, воспользовались возможностью задать вопросы первым людям района, поделиться своими идеями и инициативами. Затем для гостей провели экскурсию по лагерю. Здесь действует несколько спортивно-игровых площадок, где можно потренировать смекалку, поучаствовать в традиционных русских народных играх, а также посетить мастер-классы. Кстати, на территории лагеря ребята многое делают своими руками. Один из самых значимых проектов – помощь нашим бойцам на СВО. Вместе плетут маскировочные сети и делают окопные свечи. Поучаствовали в важном деле и почетные гости. Есть условия для занятия спортом. Можно поиграть в волейбол или баскетбол. Особая гордость – собственный скалодром, где под присмотром опытных инструкторов можно поучиться скалолазанию. Надо левую ногу перенести сначала, лево помню, да? Тебе на левую, не правую руку вверх, умничка! Участники страйкбольного клуба «Трассер» показали принцип работы разнокалиберного оружия и стрельбы из него. Полученные знания сразу же применили на практике. Только в этом году в Мирном побывало около 300 человек. Сюда приезжают веселые ребята с активной жизненной позицией, которые спустя всего несколько дней становятся настоящей командой. А приехав сюда однажды, влюбляются в это место навсегда. Я вот сколько раз приезжала в Мирный, несколько лет подряд. Каждый раз рекомендовала его своим знакомым, братьям, сестрам. И итог. Сейчас две мои подружки впервые приехали сюда. Вместе со мной. Я в Мирном вообще в первый раз приехала. Вот. Мне 17 лет, это последний год, когда я могла поехать. Мне предложили, я сказала, да, я поеду. Мне все очень понравилось. Вот. Я была в лагерях много раз, но вот именно в Мирном тут особая какая-то атмосфера особенная. И мне очень здесь понравилось. Все между собой общаются, дружат, никто никогда не откажет, если помощь нужна. Все как-то сплотились вместе. Я очень рада, что попала в Мирный. Это такая, ну, возможность здесь. Все так здорово, такие ребята, такие преподаватели. Все время вместе, это очень сильно сплочает. Мы находим много общих тем, и мы 100% после смены встретимся и будем общаться дальше. Приезжая в Мирный, получаешь отличную возможность научиться новому, обменяться полезными идеями и получить заряд вдохновения. А еще отдохнуть на свежем воздухе вдали от цивилизации, завести новых друзей и в полной мере почувствовать романтику палаточного лагеря. Недаром здесь говорят. Мирный в сердце навсегда!